Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матчи итальянской серии А, где встречаются такие команды, как Сассуоло и Верона. В данном видео я, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени сказать всю необходимую информацию, в конце оглашу свой прогноз на этот матч, ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой, не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска. Итак, поехали, что касаемо данного противостояния. Сассуоло, команда такой чистый середняк, сейчас занимает как раз таки 9-ю строчку, можно сказать, находится на своем месте. В последних 5 матчах у них 2 победы и 3 поражения, причем стоит отметить, что все-таки 3 поражения от довольно сильных команд. Удинезе, которая сейчас находится превосходно форме, Интер, который, несомненно, является сильной командой, да, с хорошим подбором игроков, ну и, конечно, матч с Аталантой, где команда, на самом деле, очень отчасти обидно проиграла, хоть я бы сказал, что, в принципе, по игре они забили гол на 41-й, причем очень красивый гол, но затем пропустили на 46-й 2 гола. В начале в первом тайме в компенсированное время и в начале второго тайма, тоже на 46-й минуте, пропустили второй гол и по итогу проиграли 2-1, но показали себя очень хорошо. Соло это очень крепкая команда, обладающая хорошей атакующей линией, и при этом очень даже неплохо справляется команда с равными себе оппонентами. А некоторые даже послабее, в том числе можно послабее назвать Верону, потому что сейчас команда находится в ужасной форме. 5 последних матчах у них 5 поражений, в каждом из матчей они пропускали по 2 гола, да, там были и сильные оппоненты, но были и оппоненты, можно сказать, такие, у которых можно было забирать хотя бы 1 балл в копилку, но при всем при этом у Вероны все сложилось ужасно. На данный момент команда занимает 18-ю строчку, находится в красной зоне, конечно, выбираться нужно, но я не думаю, что Сассуоло позволит здесь забрать Вероне очки. Все-таки Сассуоло, на мой взгляд, здесь действительно превосходит своего оппонента, и минимум 2 гола ворота Вероны, я думаю, они забить должны. Поэтому моя ставка в этом матче будет индивидуальный тотал Сассуоло больше 1,5. Ну а поставить вместе со мной по такому же отличному коэффициенту вы сможете в надежной легальной букмекерской конторе 1x ставка. Она обладает максимально широкой линией, высокими коэффициентами, все, что нужно для того, чтобы ставить с удовольствием и поднимать. Ссылка в закрепленном комментарии под этим видео, промокод на экране, вводите его при регистрации и получаете удвоение первого депозита. Ну и, конечно, не забывайте писать в комментариях ваше мнение, ставить пальцы вверх, подписываться на колокольчик. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.